Здравствуйте, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Так. Давайте теперь глянем, где у меня самое большое производство. Тут 46, тут 53. Я даже вот так запрет сделаю, 26,4. Ну, вот здесь, в этом городе надо строить. Отлично, забрал этого торговца. Это очень хорошо. Как у него сюда просочился генерал. Слушайте, у голландца сидел генерал в Амстердаме, ну, прямо в центре. У меня Амстердам полностью обставлен кавалерией. То есть вообще нету клеток свободной. Каким-то образом, но этим ходом, теперь посмотрите, он слева от Амстердама. Это компики, они их телепортируют. И у ГГшек тоже такое бывает. Здорово. Там юниты могут тоже вылазить, знаешь, что окружаешь, чтобы юниты не выходили, а у них они вас выходят. А фабрика должна быть. Сколько она стоит? 780. Видимо, соседство с промышленной зоной или, блин, рядом с рекой. Ну, чё за... Тогда тут придется. А тут у меня есть промышленная зона? Есть. Фабрика. Ну, соседство с промышленной зоной не нужно же, да? Соседство и рядом с рекой. Ну, блин. Просто подстава. Ну, хотя и шотландец не может. В стерлинге, если только... Вот здесь он сможет построить. Блин, ну какая-то... неудача. Ладно, я тогда фабрики просто построю. И буду смотреть, где можно... Шотландский уникальный юнит, разве что в обороне можно использовать. Ну, либо когда полномасштабная война. Я вот между промзоны поставил коммерческий центр. Хотя специально под промзону чистил лес. Все логично. Печалька, плакать хочешь. Я бы в 14 городах тоже мог запустить. Сейчас их будет 15. А я вот добрый, я даже Торонто не стал убивать. Я могу убить. Неплохой, если там холмы есть, какая-то промзона. Два холма там. Жжищите. Пустынные есть, или это ВР? Солька там. Наверняка нефть. Через 200 лет присоединятся. Только тратить деньги. Не хочу я деньги тратить на город, который мне не нужен. Фу. Слушайте, а если у меня уже обработан уголь, когда я его открыл, то я уже не получу, да? Ускорение. Нет, получишь. Там у тебя угольная шахта должна быть просто. Ну, шахта, да, построена. Шахта, то получишь. Да, только там еще надо броненосец построить, правда, теперь. Не просто угольная шахта, а плюс еще броненосец. Ну да. Все равно все напрямую идут. Какой броненосец? Какая шахта? Да, ну, раньше шли.
Я, пожалуй, броненосец. Сейчас вполне себе можно завернуть в броненосец. Тем более он ускорен. Так, а когда ты там планируешь Роттердам брать? Через пару ходов. Сейчас подъеду юниты от Брюсселя. Делается еще две катапульты, я доучу тех. Вот. Два хода, я апаюсь и иду. На второй ход, наверное. Да, чуть, конечно, это выглядит круто, клетки теперь. Какие? Ну, в этом, в Абердине, где собор достроился спустя 100 веков. А что он дает? Он там, по-моему, дает плюс один и плюс один. Одну культуру. К тундре? Да. Тундровая Петра. Все просили, говорит, получай. Ну что, смогу я взять, интересно? Да, должно хватить, по идее. О, слушай, а он тебя случайно лояльностью не отвалится? Роттердам-то. Дома. А, минус 3. Минус 3. Не. Не, может, если тут губернаторов насадить, карты наставлять, то быстрее будет. Он так широко города поставил, что у меня даже на его захваченные города лояльность вообще никак не действует. Он все продумал. Так, скидка на улучшение юнитов. Это вообще можно убирать на самом деле и... Убрать минус к содержанию. Лёш, все эти караваны ходят в один мой город. Ну, это самые большие деньги, которые дает. Не знаю почему. It is arguable whether the human race have been gained by the march of science beyond this. Потому что только этот коммерческий. Ну, ускорили сталеварение.
пушка появилась. Ну все, Кир, не взять. Наверное, поубивает. Да че, у меня вон кавалерия стоит, наверное, я буду на себя ее отвлекать. Говорил. А ты Радардам себе возьмешь или сожжешь? Не, ну видишь, он клеточки тут. Ты себе забер. А ты хотел клетки забрать? Так они, видишь, стоят вообще. 6 клеток. А что такое? Ну да, нет, нет, просто мне интересно, что ты с ним делать будешь. Верну основателя. Дипломатическая видимость. Это он только прибыл, значит, сюда. Грей, тебе приходит сообщение продлить союз сейчас? Да. Интересно, почему-то у меня как бы кнопка как будто не нажимается. Я правда пока подумаю. Вот это поворот. Ты хочешь повоевать? Давай повоюем, ладно. Я воевать ни в коем случае. Это ты явно хочешь повоевать. Ну так продли союз. Нет, если ты не продлеваешь союз, то я с тобой буду воевать. Я думаю, может даже качечка поможет. Могу всем. Потому что развитие Шотландии как бы намного круче, чем у нас всех. Бесспорно.
Я тебе союз предлагаю, а ты видишь как? Мы здесь таких не любим. У нас видишь, как мало на карте осталось уже. Что-то делать с Леви. Я-то ни на кого не нападаю, я поддерживаю баланс в мире. Качечка, а ты если что, нападешь со мной на Шотландию? Я подумаю над этим, как минимум. А сколько у тебя союз с ним? Уже сколько с тобой? А, позже. Кстати, это видео вышло при поддержке космической глобальной браузерной стратегии consolewar.ru. Обязательно загляните на этот сайт, а после регистрации введите кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид». Получите пригоршню бонусов. consolewar.ru. Для строительства кавалерии, по-моему, в монархии. Средневековье и промышленная эра. А кавалерия у нас... Да, промышленная эра, так что монархию надо открыть после национализма. Можем строить русскую долину. О! Вот оно где. Здорово. Это здорово. Ну все, Лёш, ты обогнал шотландца по науке. Damn, он обогнал. А, заключил мир с ним. Думал, ты мне поможешь. Кто? Я ни с кем мир не заключал. А, ну все так. А что за возглас это обогнал? Ну обогнал, да обогнал. Как бы мне в нормальную эпоху случайно не выйти.
А он в танках, да, я так понимаю уже? Кто? Штландец. Ну, наверное. Смотреть буровые вышки. Амстердам, Каир. Вообще, в любом случае. Но у него как бы нету ничего. Ну, типа, у него, по-моему, один рыцарь только. То есть он не будет апать в танке ничего. Нет, два рыцаря. А. Два рыцаря. Значит, он не вышел в танк, значит, он вышел куда-то в другое место. Под лодки, наверное. Подожди, а как, почему в танке-то? Я и Грей, мы вместе. Я вышел чисто в паровой двигатель. Он, вот он, видишь, он впереди чуть-чуть. А мне показывают, что мы вместе. В новом времени уже. В новом времени? Показывают, что в новом времени. Ну, видимо, стали варенье тогда. У него стоят, видишь, у него везде стены поставить. Стали варенье, значит. Стали варенье. Значит, линкоры. Ну, линкоры, это тебе надо, значит, напрягаться. У меня есть план. Я падаю в темный век, тут хорошая карта есть. На копера. Так что не вздумай на меня нападать, Грей. Ну-ну-ну. Ты горами там от армат линкоров убиваться будешь? Конечно. Да я не буду. Тю, копера нормально бьют. Взял, захватил линкор. Типа Англия была. Собирайся нападать. Я самый мирный человек. Так, заключи союз. Я поддерживаю баланс. And not the other way around. Так, ну я могу корпуса делать. Все, юниты не меняются, да? В смысле? Местами. До сих пор. Мне голландец уже утомил мир предлагать каждый ход. Мы его, наверное, в Амстердам посадим, если будет нападать на меня. Один науки, один золото, соответственно. Такой бред это помещение. Слушайте, а вот эти все осадные юниты, они какими вообще считаются? Рукопашными? Осадными? Осадными? А есть карточка на осадные юниты? Да. В следующем аддоне. В этом добавили на копейщиков, осталось на осадные терчикот через полтора. Удобно.
Out of this room. А, я войну не объявил. Слышите, если я объявлю войну Шотландии, то он же меня освободительную не сможет объявить? Какие там вообще условия освободительной войны? Не знаю. Леша, поубей, пожалуйста, пушку. Эти условия войн посмотреть можно. Ну блин, ну вот это то, что построил, это очень плохо. Кавалерию, правда, без карточки пока, но начнем строить. Вообще, наверное, и тут тоже. Я до сих пор разграбленный мрамор, я в шоке, какой я лентяй.
Амстердам, Каир. Амстердам, Багдад. It is known that man has... Гордый броненосец идет на рейд к Кабулу, да? Да я не знаю, у меня просто там стоит. Мне его жалко расформировать и... А вдруг пригодится? У грузина даже Виктор не сидит в Руставе. Не жалко, что каналы рыть нельзя. У нас будут прорывы, я мог бы аж до... Это... доплыть до Грузии. Что, военный инженер создает канал между двумя клетками побережья или озера. Че, нормальная тема была? Ну, еще если уже по рекам нельзя плавать. Бонус к производству кавалерии. Четыре горна захвачены. Три австралийских и одна ГГшка. Все остальное мое. Просто он сам их ставит. Я вот эту штуку поставил, которую поселков дает. Не знаю, как по мне, высотка сейчас гораздо сильнее. У меня, конечно, городов много, но они бессмысленны. Ну, у тебя территория еще такая, как бы плоская, просто-напросто. Ну, нормальная территория, это стандартная. Хорошая территория.
на что он стандартном мире. На стандартном мире нормально. У меня много этих лесопилок возле рек. Уже хорошо. Ну сколько тебе сейчас повезло в своих городах? Это военная тайна. Я могу сказать, что у тебя в два раза больше. Скорее всего, так и есть. У него классно, у него лагеря достались тебе неплохие. Наверное. Только почему-то голландец их построил, типа, когда я ему сказал, что у тебя даже военных лагерей нет, то он их построил и благополучно проиграл. Ну что там, когда ты Роттердам уже заберешь? Я думаю, что нужно захватывать. Давай, бери. Не добивает. Может, добивает. Нет, блин. Соляви. Слушай, Грей, да ты достал со своими чудесами. Дай хоть одно чудо построить. Ты ж построил в этот ход, блин. Что я в этот ход построил? Альгамбру. Альгамбра два хода назад построен. Ну, не суть. Суть, что она построена. Блин, вот все равно нормальная эпоха, да что ж ты делаешь? Вот с первым, четвертый с первым посоединять. Как бы норм. Да и третий с первым можно соединить. Качечка, предложение. Такое? Ну ты посмотри. Я в национализме, а грузин даже еще вот это ничего не открыл. Понимаете, насколько он отстает. Что с венецианкой, конечно, фигарит много чего полезного.
пожалуй, оставлю несколько юнитов кавалерийских. Блин, надо, конечно, арту еще подстроить. The best steel doesn't always shine. In a market economy, however, the individual has some possible. Предоставляет броненосец. Пойду следить за тем. А, подождите, я же могу лапнуть рейнджера. Фига себе, что так дорого. А, ну класс, я не взял. Надо скаутов в рейнджеров апнуть и бомбарды в рту. Morgen, Nederland. Met... Thank you.
Грузия, ну ты хоть экономический там, ой, торговый, научный заключи союз. Не знаю, что-то придумай. Сейчас тебя пойдет забирать кавалерия. Ну, не знаю, что мне войну объявят, я дам Грузии военный союз. Спать он от меня получит. Думаю, он не будет тебе войну объявлять. Да, иначе шотландец объявит освободительную войну и получит плюс 100% к производству. Ну вот и что круто делать? Круто. Ну, наверное, не трогать Грузию. Почему? Потому что шотландец не получил 100% производства и не объявил тебе войну. Ну так может ты поможешь тогда мне? Так у него венецианг, он сожгет мои морские города. Ну отлично, так может признаем победу Шотландии, тогда ничего не будем делать. Нет, здорово. Не собираю. А какие варианты? По-моему, ты не очень сильно от него отстаешь в науке. Я бы сказал, что он не отстает по науке от меня, правильнее. А, ну класс, нефти у меня нету, да? Здорово. Вот нефть зато есть у шотландца. Ну это правда, это не обработанное. Ну класс. Я вынужден вообще просто Грузию захватывать, потому что там нефть. Ага, вот нефть. Я, наверное, эту клетку не могу купить, да? Здорово. Нормальная эра. Золотая у шотландца и темные века у этих. Здорово. Как выглядит вообще это улучшение? А вот городские парки. А он будет, значит, этот город, на этот город нападать. Пересаживаем Виктора сюда.
перехода строится. Долго. Три хода. А тут уже есть. А, слушайте, так освободительную войну может не только шотландец вести, вообще все могут вести. Просто он при этом получает бонусы еще. Я думал, это такая особая штука только у шотландца есть. Не, ну остальные вроде там намного позже могут ее объявлять. Ну, может быть, но в любом случае она есть. Ну да. Еще шарики, кстати, надо. I don't like to commit myself about heaven and hell. You see, так. I меняем. Содержание юнитов. Так. Скидка на улучшение юнитов. Могу апнуть торговцы, шпионы, это генерал, броненосцы. О, каравелла у меня тут просто так стоит. Ну, я ее пока не могу апнуть, не буду же ее вести обратно. Мушкетеры, болельщики. Так, ну все остальное. А вот еще бомбарды у меня. Thank you.
тут рабочего купим, чтобы отремонтировать, что варвары пограбили. Переброшу сюда, если там шотландец нападать. Инквизитор наготове, да успокойся. Ну, у тебя солидная армия миссионеров пошла, конечно. Так это только к тебе, потому что у тебя нет веры. Ну да, но я думаю, что давить оно будет на Шотландию, если ты меня всего обратишь очень. Ну, там у него инквизиторы стоят. Ну, я не против того, чтобы ты меня обращал. Там какой-то бонус неплохой его. Никакого. А, я могу твои эти здания покупать очень дешево. Священных. Thank you.
загляните на consoleboard.ru, а на этом пока все, продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я тот, кто сделал это видео. И пользуясь случаем, хочу вас попросить не забыть поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео с друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Thank you.